Воутер имеет 130 хп, 110 сытости и 200 интеллекта, появляется со своей шляпой, рогаткой и 10 камешками. Его рассудок не снижается при длительных негативных воздействий. Восстанавливает рассудок со скоростью 6 единиц в минуту, если стоит возле более чем 5 деревьев. Очень быстро готовит на огне и может готовить еду на зажигалке этой девчонки. Может рассказывать сказки, чтобы поднять себе и своим союзникам рассудок на 10 единиц в минуту. Сытость снижается на 50% меньше, когда он спит. Вместе с рогаткой он может создавать боеприпасы, камешки, золотые шарики, мраморные, ледяные, которые действуют так же, как ледяной посох, замедляющие, которые замедляют, проклятые, которые создают теневое щупальце, и навозные, которые заставляют моба перестать атаковать его. Вобби — это ходячий сундук, имея 9 ячеек, а если его покормить мясом монстра, то на нем можно будет ездить. Переносная палатка действует как обычная палатка и навес для сиесты одновременно. То есть она может согревать и охлаждать. Любой полученный дамаг по хп нанесет также дамаг и по рассудку только вдвое больше. Пчелы — очень опасная любимая еда, это каштановый микс.